Друзья, всем привет. 14 мая к нам приходит обновление в игру. Обновление 29.2. Главной фишкой данного обновления будет старый Рангель, хоть завезут его только на пару недель. В консоли Рангель вернется с опозданием. Ждать его там можно будет 23-го. Старый Рангель будет у нас отдельной кнопкой. Его можно будет выбрать. На старом Рангеле вы не найдете портов, всем привычного завода, паромы плавать не будут. Но вместо этого у нас появится старый Сталбер, вернется Венеция. В общем, изменений на карте будет достаточно. Тем самым можно будет посмотреть на старый Рангель. Я лично его никогда не видел. Думаю, я не один такой. С приходом старого Рангеля у нас изменится и графика, которая и создавала ту самую атмосферу в игре, влюбив в себя миллионы игроков. Уже жду с нетерпением и хочется затестить, но это будет только завтра. Также, чтобы прочувствовать атмосферу старого Рангеля, нам в магазин добавят старые скины. Увидим их уже завтра. Ну а если ты не знаешь, как пополнить счет в игре, ссылочка будет на магазин в закрепленном комментарии. Переходи, покупай валюту. На Рангель вернется туман и дождь, который в настоящее время редко появляется. Стартовый остров также изменится. Стартовой точки будет только одна. На стартовый остров нам вернется оружие, что позволит сразу и затестить отдачу, которая тоже будет снижена. Честно говоря, не знаю, появится ли возможность общаться с соперниками до посадки в самолет, но это было бы прикольно. На всех оружиях разработчики снизят отдачу. Стрелять станет гораздо проще. Также у брони увеличится защита. А это означает, чтобы убить соперника, потребуется больше времени. Кроме этого, много доступного оружия будет направлено в дроп. К примеру, автомат Томпсон. На этой версии Рангеля БРДМ вы не найдете. Вместо него будет прилетать бронированный УАЗик. Если подытожить, возвращение Рангеля – это уникальная возможность посмотреть на первоначальный этап игры, на то, каким он был раньше. Но на этом видео будет заканчиваться, а я с вами буду прощаться. С вас, как всегда, лайк, подписка, комментарий. Всего вам доброго, друзья. До свидания.